Люба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И сегодня мы с тобой поиграем Мисс Лемонс. И это у нас, я не знаю, девушка, подружка, жена, кто-то там написал мистера Томато. И вот, ты его, наверное, помнишь, и мы с тобой немножечко так поиграли. Дело в том, что там платная версия, $5 стоит, я там не могу оплатить такие дела. И, скажем так, у нас одна попытка. Одна попытка. Ну, попытка не пытка. В общем, давай поглядим, если что, возможно, там, ну, полную версию как-то попробуем заполучить. Понимаешь? Понимаешь, о чем я? В общем, Мисс Лемон вот такая вот, ну, ля, пожилая какая прям вообще, как изюм какая-то такая прям. Не свежий лимончик. Это сразу видно. Смотри, заумная такая. И вот этот мелок. Ух, блин, мелочек, мелок. Блин, школа, что ли? Родной. Ох, блин, что-то я чувствую. У нас подсказочки есть, у нас есть шоп, итемы, молоток. Блин, на кой нам фиг молоток? А просто ударить Мисс Лемон и все. Бловер, какой-то сдуватель, да, такой. Пилюльки у нас есть какие-то. А где ж квас? Чит? Ансвер, подсказочка. Ну, конечно, в школе это вообще нормально. Это хорошо прям, когда ты просто пользуешься... Так, все. Как мне... Родной, Мисс Лемон, а как мне выйти? А, вот так вот, все, хорошо. Ну и перед началом, конечно же, квас. Давай бахнем. Перед началом, боже мой, надеюсь, залетит игра. Обязательно ты залетай в Телеграм, это очень-очень важно. Я вот только-только выздоровел, и то все равно сопли идут. Вот, так что ты извиняй. Так, все, хорош, что так долгое вступление? Пошел! Урок, квас, звонок! Блин, как я ненавидел звонки. And welcome to my class. It's a place where I test young minds like yours. Ну что там, начальная школа, первый класс. Добро пожаловать в класс. Короче, для умных и быстрых. Спокойно, сейчас. Давай. Да что ж такое-то, сопли. Ну я болею, учитель, как бы. 4 на 8, ты что, родной? Хорош. А? No. Да какой я, блин, я школу давно заканчиваю. 6! Родной, легко, изи. Ой, родной, 3! Right. Да нифига себе, гений! Охренеть, ребята! 12 минус 5! 7! 7! 7! 7! Хорош! Хорош! Смотри, как гений тут растет! 4! Балди, версия 2! 10! Хорош! Я что, смертельную вечеринку зря играл, там у нас тоже было. 47! 47! Родной! 47! Хорош, у нас какие-то звездочки. 21 плюс 30. 51! 51! Давай! Так, 7 на 0. 0! Умножение! Это мы знаем! Слушай, 0 минус 8. Минус 8. Слушай, нифига себе, начальная школа. Ты смотри. Хорош. Хорошо мы с тобой. Мы вообще один раз ошиблись. Нифига себе. Так, а что мы с тобой купим? Артефакты какие-то есть. Смотри-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что там? Unlock. Чего? Какие цены? Вы что, учитель? Золотой этот пен, нифига, ручечка. Нифига себе. Ты гляди. Прогуле, пиги-банк, хрупкий пиги-банк. Так, ну для меня это, если честно, вообще, я пока не понимаю, для чего эти все предметы, поэтому... итемы, молоточек. Может, молоток возьмем? Можно мне купить? Один куплю, вот этот куплю... Таблеточки, ну, купим. Что они? Может, ум мне дадут, ребята? Вот это я тоже возьму. Где там бай? У меня просто вентилятор стоит. Я не вижу. Куда же мякать-то? Куда же мякать-то? Так, ну что же. Давай, начинать урок. Давай. Урок! Вперед, вперед! Блин, как я не любил школу. Так, ну давай. О, я могу на нее нажать. Геометрия! Только не это, только не это! Ай! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Семь! Как вронг там? Раз, два, три, четыре, 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 четыре. Ой, мама. Ненавижу геометрию. Дэш, раз, два, три. Хорошо, хорошо. Attention. Attention. Блин, что такие сложные? А? You are right. Next.
А мы гении? Ой. Ой, ой. That's wrong. Let's continue. А! Awesome. The next problem is... Что за... Б. No. Next. Ах ты, лимон! А, 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 а. The next subject is... Где мой молоток, yeah. чтоб... Да ё-моё, вы чё? 85, 85, 85. Блин, как сложно, как сложно. 20, 20, 20, 20. Родной, давай. Боже, тяжело. 77, 49, 49. 49. Так, 4, ещё 4. О, нет, ты издеваешься, что ли? Что за... Да! А! Awesome. Next up. Ой, господи, мама. Да вы прикалываетесь, что ли? С, 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 С. Next. Они вообще офигевшие. А. You are right. Next up. С. Awesome. Okay, that's all for now. Let's continue after we'll get some mama, rest. Мама, everybody! Так, ну, найс. Мы молодцы с тобой. Еще один... Вот я не знаю, ребята, вот не знаю, как у вас. У меня в школе вот только я об одном думал. Вот бы мне способность ускорять, пропускать время. То есть, вот урок идет, и ты думаешь, вот сейчас круто было... Бац, и он закончился. Это просто... Вот я так бы хотел бы. Вот прям вообще. Так, может, на артефакт мы с тобой... Давай на артефакт подкопим. Вдруг попей кваса. Вот это правильно говорят. Let's continue. The next subject is... Ну, давай. Memory. Memory? Не-не-не, память это... Треугольник, квадрат, квадрат. Чего, блин? А какой тут был? That's wrong. Let's continue. Да ты прикалываешься, там еще какой-то круг. Да ёшкин кошкин, походу... Да что у меня со зрением? Как нажимать? Твою ж, дивизию, какой там был? Я вообще не запомнил. No. Да пюки, блин, 6. А погодите, no. Это гнев. О, математика, это знаем, это знаем. Ой, первый пошел, ребята. Блин, ну как-то... 7. Только не memory! Треугольник. Мама! Так, погоди, вроде вот так, да, ребят? No. Да иди ты в попу! Да нет! Не, все, пацаны, я вот насчет memory тут у нас... Погоди, вот этот закрашенный был, и вот этот закрашенный был. Да иди ты в попу! Так, вот так? О, вот это легко! Вот это легко! Давай. Good job. The next problem is... Хорош. Ой, мама, треугольник. Next up. Ой, круг, треугольник, два квадрата. Awesome. Ой, хорош, родной. Все, нам хана. Да блин, я не запоминаю. И тут какой-то... Ну, все. Ой, походу нам хана, ребята. Ой, attention еще. Ой, мама! И что мне надо? А как, что? Эй! That's wrong. Все, походу нам хана. This is awful. Just terrible. Your results are so horrendous. But I shouldn't blame you for that, right? No, you shouldn't. Капец! Капец, просто лимончик, что с тобой? Let's play a game of
Давай еще раз сыграем. А, это мы умеем, ну это намного легче, ребята! Ой, родной, сейчас все сделаем. Но это другое дело, это мы знаем, как играть. Это не математика, не геометрия. Ох, блин. Ты потеряешь руку, если ты проиграешь? Второе, у тебя не будет глазика. Как замечательно просто, а? А третье, ты, ну, кик, под жопу нас кикнут. Неплохо, неплохо, родной. Звучит нехорошо, звучит нехорошо. Он говорит хорошо. Камень. Чего, блин, ты срань. Так. Ой, моя ручка. Родной, так. Так, давай, давай, ножнички. Давай, давай, давай. Ты выбираешь ножницы? Сейчас камень будет, да? Да! Ты охреневший лимон сраный! Оу май, ва! Так, давай камень я выберу. Выбираешь камень. Дай угадаю, бумага, да? Ну, вот, в принципе, мы с тобой поиграли. Да, неплохо было, неплохо было. Обязательно поставь свой жирненький царский лайкосик. Залетай в Телеграм, если хочешь продолжение, обязательно напиши, поставь лайкосик. Вот как-то так, вот такая вот игрушка. Даже пострашнее мистера Томата. На этом все, бай-бай, дорогой братишка.